Внимание. Есть внимание. Приготовиться к старту. Есть приготовиться к старту. Пять, четыре, три, два, один. Старт! Говорит лунная станция. Говорит лунная станция. Может быть, он унесет человека в свободную вселенную. Отошла. Друг мой, я думал о моем отце, я думал о его времени. При жизни моего отца советские люди продольной оси. Несколько секунд мне удалось благополучно принять лабораторию в транспортный отсек. Теперь надо было включить импульсный двигатель, чтобы с большим ускорением вырваться из зоны, непроходимой для радиоволн. Ракета в луче радиоопроса. В 1957 году в небе Земли появился первый советский искусственный спутник. Началась эра освоения космического пространства. Вслед за этим первым разведчиком космоса в небе Земли появились летающие лаборатории, второй и третий наши спутники, а потом и другие. А вскоре...